есть у нас админы? Кирилл, поменяй игру на Твиче. Только игру, название не можешь не трогать. Вылет игры 96. Ага, сейчас, Кирилл, я тебе сниму все кредиты твои. Если 96 будет, понял? Так. Вот. Смена игры 97. Угу, ясно. Пошли. Сейчас вообще разыгрыши не будет, будете там пояснить. Так. Ну чё, как минимум часик мы в Black Mesa будем, потому что дальше я не знаю, как оно будет. То есть, может быть, мы пойдем с Яной смотреть фильм, а может быть и не пойдем. Посмотрим. То есть пока по плану это в 10 часов, ну то бишь 8, точнее 6 по МСК, да? Я туплю уже, камон. Так, просмотр фильма 100. Угу, хорошо. Гроза отобрать кредиты. Я понял, да. Вы там запишите где-нибудь 95, хорошо? А то вы сейчас там напихаете мне лишних цифр, потом будете считать. Так, мы закончили в офисном комплексе. И надо оттуда выбираться. Давайте. Так. А сколько у нас здесь смертей было? Сейчас мы найдем, подожди. Смерти, смерти, смерти. О, кажется, вот эта цифра. Надо подписать, а то я запутаюсь. Окей. Так, ну что, мы в офисах. Здесь очень все плохо с электричеством. И по новостям передавали, что... Здесь какие-то проблемы. Накрыто. Походу, я сюда не пролажу. Он что, телек смотрит, что ли? Серьезно? Ладно, не будем им мешать. Телек это святое. Не курить. Ты чё встал-то? Ты чё встал? Так, у меня лагает стрим, да, чат? Понял. Сейчас починим. Ох уж это самое. Так, как мне сделать-то? На весь экран давайте переключим. У нас оно то так работает, то так работает. Только компьютер, главное, чтобы не завис. Так, а вообще лучше обратно потом переключимся мы так вот. Оп. Потому что так удобнее переключаться и вообще. Что-то не помогло. Камон, игра, стрим. Чё не так-то? Меня убивает эта штука. В прошлый раз все было нормально. Сейчас вообще дичь. О. Come on. Так, у нас есть здесь вертикальная синхронизация. Она вроде всегда помогает. Выключить. Что-то... Так. Еще может помочь вот так вот сделать. Игру, кстати, поменяй. Итак, я Кириллу сказал поменять. Кирилл, ты не поменял игру? Почему ты не поменял игру? Так, чё оно не работает? Так, вертикальная синхронизация. Обратно включил. Применить. Окей. Давай. Ну, пожалуйста, работай. Я чё, игру перезапускать, что ли? Чат, сейчас нормально стало? Вроде нормально.
непонятно, короче, временами, видимо, только. Короче, странно. Так, патронов у меня много. На вас. Ау! Ты чё, больной? Что просто? Я столько брони насобирал, по-моему, много. Он мне сейчас ее всю снял. Ну, нашли мы сейчас патроны, и чё толку? И столько патроны были. На кой хрен пополз сюда я? Что-то игра фризит, самое интересное, что игра фризит куда-то в ту сторону. Странно как-то. Ладно, здесь ничего не работает, я не знаю, куда мне идти. Возможно, мне туда по памяти. А что здесь? Здорово. Отлично. Хилочка. Так, а эту я сейчас возьму. Это, видимо, вот здесь по радио передавали, что хреново как-то дела у нас здесь вообще везде. В смысле? Блин, система пожаротушения. Ты серьезно? Игра, ты же не потушишь его? Он меня убить хочет. Убить. Продуман. Мы сюда не входим. Синий экран смерти или что-то такое. Короче, если стрим будет херово работать, вы мне напишите. Я вряд ли что-то сделаю, но типа, хотя бы буду знать. Так, ладно. Ладно, ладно. Можно сюда попасть. О, еще один. Факел. Да, здесь только походу это. Блин, ну серьезно? А, открыто? Эй, сюда! Мне нужна помощь. Хорошо. Одна из этих мерзких маленьких тварей присосалась к голове моего друга. Нужно ее отцепить, пока... Чувак, сзади! Спасибо, я твой должник. Сюда, подожди, я открою. У меня кое-какие припасы в рюкзаке. Если хочешь, иди посмотри. Смотри, что ты можешь взять. Что у тебя тут есть? Книжка? Кажется, у меня серьезные повреждения. Ну, сочувствую. Исследовательский центр Black Mesa. А где вещи-то? Я ничего не вижу. Или нычка здесь? О. Иди нафиг, хоть краб. Тише, привет. Еще раз. Я надеюсь, ты не музыку заказал. У нас вот атмосферный стрим. Так. Оу. Вот это будет неплохо. Музыку, да, заказал? Окей. Что же делать-то? Не, я ничего не слышу, музыка играет. Это не просто гнев, да что ты за парня? Ау! Так. Прошу, беги скорей, оно меня сильней. Оно хочет вернуться на волю. Пойдется за тобой. Молодец, красавчик. Блин, патронов мало. Он просыпается, учуя в ночь. Он глубоко во мне, в моих мыслях в глубине. Никто не сможет мне уже помочь унять ту боль. Это сидит внутри, это во мне царит. Облой зимой мною я словно монстр. Я ненавижу все, все, что во мне живет. Побиваю мною я словно. Там дверь вряд ли открывается, да? У нас брони. Плохо. Не заказывайте больше музыку, хорошо? Да.
Музыка подходящая, крутая, но... Я же на YouTube потом это не залью уж точно. Так, здесь закрыто, и нам получается сюда. Блин, я охранника забыл. Давайте его заберем с собой. Пригодится. Так, у меня из оружия только монтировка и два пистолета. Револьвер. Он аж отогоден явно. Насчет этого, конечно, не уверен. Давай, пойдем со мной. Все. Он будет жить. Самое главное. Система пожаротушения выключить, да, это все затопит. У меня есть идеи, да. Стоит вот так? Я бы разбил каждый чертов замок в этом проклятом месте, если бы знал, что они не вычтут все это из моей зарплаты. Да-да-да! Я уже туда иду. Я же играл в первую часть Half-Life, я знаю. По памяти. Так, все, дальше по атмосфере постараемся. Ну, собственно, если досмотрел видео до конца, тогда слушай внимательно. С 20 часов... Тихо! Реклама! У нас нет рекламы на канале. Что это было? Вообще непонятно. Как забрать? Хочу забрать броник. А, хорошо. Где-то здесь есть броник. Твою мать. Да шо ж такое-то? Они меня убьют так. Быстро, скоро. Свидание. Хорошо телек посмотрел, да? Так, здесь есть аптечка или в той бы, к той броне бы пройти. Чувак, проходи. Хорошо, док, пришло время устроить небольшую заварушку. Ты только не умри, окей? Со своим заварушкой. Телевизор не нужен? Новенький. На Алиэкспресс продаж. Так, нам вроде как-то наверх. Тут способ. Может, лучше держать автомат вот так? Где ты видишь автомат? У меня только пистолет. Может, ты тут постоишь? Он застрял. Так, туда мы не пойдем, там кровище. Хотя, с чего мы этого все боимся? Всего боимся. Кабинет, патроны. Эрвин Р. Шрёдингер. Кот Шрёдингер. Квантовый мех. Механик. 87-61. Прикольно. Пасхалочка. Так, ладно, здесь ничего нет, кроме патронов. Только обслуживающий. Like ты когда-нибудь видел что-то подобное? Чувак, успокойся, дай мне... So much for wishful thinking. Ладно, хватит фантазировать. Понял. All right. У него явно ранение в голову, видит невидимые вещи. Да. You can't make it back around, don't sweat it. Just keep going. Тут совет дает интересный. Просто не психуй. Все нормально будет, говорит. Ладно. Нам вроде как взять вот эту стремянку. Нет, не возьмем мы эту стремянку. Подожди, а как залезть наверх? Ага, тут проще. В первой части мы подставляли, по-моему, здесь ящики.
Чувак, отстань. Ты меня начинаешь напрягать. Не-н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 е, у меня патронов много на вас. Я хотел его спасти. Понял. Давай ты всех перестреляешь туда, чтоб я уже пошел. Она меня заметила, что ли? Во. В полете. Так. Какие идеи? Ящики я хватать не могу. Отрубилась. Так, она реагирует на движение. Если... Ну, как, так как мы не курим, мы очень быстро бегаем. Если пробежать, я думаю, я успею сюда забежать. Что дальше делать, я не знаю. Давай, успокойся. Так, эти ящики нельзя схватить. Здесь ничего и нет даже. Куда мы идем? Ага. Понял. Давайте его не будем брать с собой. Так, ну что, чат, у нас организован фильм в 4.40, так что, приятель, ну как, круто? Ну, я тебе скажу, что там турель, и тебя убьет она, ты понимаешь, на что ты идешь? Я тебя брать не буду, понимаешь? На самом деле, зачем мне его убрать? Он же помрет, а я не хочу никого убивать. Ее надо либо как-то отключить сначала... Либо я не знаю. Так, какие у нас варианты? Мы бежим опять туда. Потому что, ну, как-то оттуда будет проще что-то сделать. Чёртова турель. Так, потом мы побежим. Здесь спрятаться негде. Либо туда сразу бежать. Может, там где-то выключатель. Хотя выключатель, по-моему, в первой части, не знаю, как здесь, выключатель был прям под ней где-то. Либо ее можно как-то сломать. Так, название я до сих пор не поменял. Ох, что это? Кирилл свалил, не поменял название. Так. Там пульт управления. Он там. Короче, можно рвануть и там все выключить. А по этим ящикам, судя по всему, можно залезть туда наверх. Я не знаю, что там такое. Там, возможно, что-то есть. Хотя, может быть, и здесь можно пройти. А здесь мы просто наверх пройдем. Короче. Блин, засейвиться надо. Сейв. Так. Понял, это всего лишь лифт. Но он хороший лифт. Блин, тут хилка. Мне она не нужна была. Короче, турель, либо она не отключается, либо... Может, ее можно сломать? Ха! Все? По-моему, да. Кончилось. Отлично. Так. Ой, да ну... Ох, патрон. Жалко, патрон. Хорошая пушка. Бронированное стекло, туда мы не пройдем. Так, а тут... вот ты где отключаешься, да? Ну ладно, будем
наверное, вот так вот оставлять включенным. Потому что, чё бы и нет. Пусть будет включенное, может быть, мы что-то при этом открываем, какую-нибудь дверь. Или наоборот, но неважно. О, чувак, привет! У тебя тоже револьвер, нифига ты крутой. Я слышал крики впереди. You first. Ты первый. Нет. Ты за мной идешь уже сразу? Пойдем сходим за твоим напарником. Я кое-кого находил. Вы как бы будете вдвоем смотреться очень хорошо. А то я вспомнил, теперь-то можно его взять. Хоть он и бесячий немного, но все равно. Не будем же бросать его тут. Эй, чувак, пойдем. Окей, let's go for it. Sorry. О, теперь у вас есть о чем поболтать. Вижу, вы болтаете без умолку. И вы идете? Хорошо. Так, ну ладно. По памяти я помню, что дальше будет какой-то геморрой, типа босса. Но что-то кажется, что рано. Здрасте. Там враги впереди, стреляйте. Я же не зря вас взял, да? Покажите, на что вы способны. Давайте. О! Молодцы. Там еще один остался, по-моему. А, у всех троих убили, нифига себе. Ау! Прости, у тебя же бронежилет, да нормально все? Че-то ты меня не целься. Оказалось. Хилочка. Телек. Хилочка мне нафиг не нужна. Запомни. Что еще здесь есть? Так, еще один компьютер. Сломал, как обычно. Did you see that, that thing? Михаил Фарадей. I can't really tell. Воу. Часики идут. Класс. Подожди, какое они время? Реальные показывают или нет? Не, нифига не реальные. Я уж думал, вдруг... Sorry, Freeman. Да уйдите вы... Чувак, я тебя слышу, ты где? Я кого-то слышу. Каждая смерть охранника плюс одна смерть. Не, ну я типа согласен. Но это не жестко будет. Hey, так, в эту сторону мы не идем. Ты что, тут застрял, что ли? Застрял. Он застрял. Are we waiting for somebody in particular? Как можно было Excuse me. Сломать вот так вот? Ладно. Oh, shit. Not good. Я никак бы им не помог. О, опять кот Шрёдингера. Holy shit. That thing tore them to pieces. Эта тварь разорвала их на кусочки. I don't think we should stick around. Я думаю, мне не стоит задерживаться. Нифига там дым. А можно туда залезть? Бля. Are we waiting for somebody? По-моему, нет. Куда у него каска делась? А у него каска разве была? Он же был лысый. Что за письмо или что это? А, это Клава. Блин, этого у нас не получится достать, да? Ну, хотя ты бесполезен. У этого хотя бы револьвер, там, я не знаю, тут...
твою мать, понял? More buggers. You should see. Они его убили. Они убили Кенни. Серьезно. Ой. Нормально. Так, они еще здесь появятся. Здесь. Здесь их будет, наверное, много. Здорово. Так, интересно, а вартигонты горят? Или нет, как зомби? Или что, он ее сбил, что ли, у меня из рук? Бесишь. Тут еще один был. Так. Что это такое? Что я вытащил? Ой, ёбать! Ты чё пугаешься? Ты дурак, что ли? Don't worry, he's human. Не волнуйся, это человек. Escape, если ты пытаешься выбраться, я с тобой. So sure, я не уверен, что стоит выбираться на поверхность. Что если люди узнают, чем мы занимались здесь внизу? Yourself, как хочешь, Клиффорд. Right, хорошо, где выход? А я-то откуда знаю? Pardon, я думал, вы мне скажете. Я лучше подожду спасательный отряд. Так, этот не пойдет походу. Я прикрою тебя сзади. В смысле прикроешь? У тебя даже оружия нет. Я бы тебе дал пистолет. Но он мой. Блин, у меня это самое. Полная хпшка. Ты что, не пойдешь реально? Что-то мне не хочется отправляться на поиски своей смерти. Чего они стоят-то? Идем. Так. Beg pardon. Fools. Он не пойдет, реально что ли не пойдет? I'll stay here. You know where to find me. You're going to have to leave me here. Понятно, он точно не идет походу. Так, здесь у нас закрыто и ничего здесь нет, хотя. Эх, не протиснемся. Так, здесь тоже все закрыто. Me. Блин, тебя лучше, наверное, оставить, ты мешаешься. Найду выход, я тебя возьму, наверное. Здорово, Вовчик, здорово, с Новым годом. Здорово. Блин, вот самое печальное, то что вот этот у нас застрял, дурак. Он как бы бесполезен. Let me get out of your way, Doc. Don't mean to rush you, but... Shall we get going soon? Почему дверь обратно не закрывается, а? Вот что ты застрял? Идем. Pardon me, Gordon. Ладно. Так, на всякий случай, револьвер в руки. Потому что эти вартигонты, они очень быстро убивают. Так, хорошо. Так, чат по фильму пока что-то непонятно. Так что пока играем. Так, а здесь... Ой, я думал, это фальшвер, это книга. Фигня, 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 фигня. Подожди, это все ломается или нет? Well. Ты живая? Херить, я-то уворачиваюсь, а она-то не увернется. Надо ее оставить здесь. Идем сюда. Power
Не пугайся. Заходи сюда. Иди сюда. Вот. Стой. Охереть. Тут небезопасно, походу. Ты где? Мелкая тварь. Well played, sir. Well played. Молодец, сэр, говорит она. Так, а здесь вентиляция есть? Так, давай ты останешься здесь, короче. Вот здесь стой. I've got my little corner, and I'm вот. Sticking to хорошо. It. И не вылазь, а то тебя убьют. Я за тобой вернусь. Я обещаю. Так, а здесь у нас мы проверили. Патроны к пистолету, который нам нафиг не нужен. Там я везде вроде бы был. Здесь двери открываются? Открываются. Там, здесь мы были. Не мешайся. Сектор Д. Понял. Блин, патронов так очень мало останется скоро. Если на вартигонтов буду тратить только самое лучшее. Это Half-Life 3, да. Вовчик, это Half-Life 3. Он вышел. Так, теперь у меня вопрос. Нам, судя по всему, сюда. Или нет? Блин. Походу, может быть, электричество нужно включить. Лифт не работает, нифига. А, нам сюда. Да-да-да, нам сюда. Пойдем проверим вентиляцию. И заодно тут попить купим. А, у меня аж полные хп, зачем? Так, привет. Хе-хе, я скоро вернусь. И полезли. Так, может быть, это запасной путь? Хотя вряд ли. Ну, то, что загрузка меня сейчас прям смутила. Достижение разблокировано, проницаемая инфраструктура. Я что, какую-то срезку нашел? Окей. Что-то мне не нравится. Вот высота этого самого. Так, хорошо. Где мы? Зачем я здесь? Здесь есть лестница вниз. Тихо, 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 тихо. А там лестница куда она ведет тогда, если здесь... Блин, где идти-то? Слушайте. Стоит ли лезть? Вот в чем вопрос. Так, и куда там? Я не вижу. Там, наверное, где-то вентиляция есть, если мы полезем. Я назад не могу залезть. Я не могу назад залезть, чат. Меня придавит. Мы не можем вернуться. Бляха. Походу, я ее кинул. Почему мы не можем вернуться? Мы не могли. Печально. Здорово. Так, я нашел целую коробку патронов. А, это коробка патронов, она на револьвер. Класс. Это была срезка. Это, похоже, была срезка. Готово. Если я не ошибаюсь, мы сейчас спустимся вниз и вернемся к ней. Ау, да. Меня загрузка смутила. Здесь просто реально загрузка. На следующий уровень. Отлично. Все, пойдем, будь свободен. Lead the way, Gordon.
Отлично. Хоть не одни. Так, подожди, а мы включили свет. Может быть, теперь работает лифт? Хотя он упал. Какой лифт, нафиг. Стой! Окей. Блин, сам не умираю, зато счетчик двигается. Мы потеряли человека. Я только что подслушал передачу по защищенному каналу. Прибыли солдаты. Они нас спасут. Конечно, я сомневаюсь, что мы доживем до встречи с ними. Я отказываюсь идти дальше. Ну и дурак, на самом деле. Там, походу, ничего нет. Ну ладно. Если ты отказываешься, сиди тут. Блин, даже тебе дверь закрыть не могу, ну ладно. В принципе, надеюсь, тебя не убьют, как эту женщину, идущую за мной. Вообще, в принципе, за мной опасно ходить. Поэтому им проще оставаться на местах, где они стоят. И так у них больше шансов выжить. Так, обычные зомби. Какой-то он конченый. Здесь есть фальшфир. Блин, лифты не работают. Уйди, дядя. Блин, тут нифига нет. Я не буду на тебя тратить патроны. Нафиг ты нужен мне. Драгоценные свои патроны. Бляха-муха. Видишь, связка, комбо. Ух ты. Хм. Интересно. Нет, туда вряд ли можно залезть. Вряд ли, вряд ли. Этот ящик можно было взорвать, но не получилось, как обычно. Что-то так просто, на максимальной сложности. Игра должна быть сложной. Она всегда была сложной. Потому что я знаю, что и где, и когда. Есть запасные глаза. И вы что вы делаете внизу? Я слышу военные отряды, они спасут нас. Чувак, пойдем со мной лучше. Все хорошо, он со мной победит, пойдет. Так, sorry. Я думаю, нам туда. Что здесь? Ничего хорошего. Так, чувак, стой тут. Бля. Попало, ладно, не страшно. Мертвые копы. Блин. Опасно, пока будет открыта дверь, будет звучать сирена. Противоударные двери. Походу, очень хорошо въехал кто-то. Это кто так мчался, что въехал в дверь. Здесь, в принципе, развить скорость большую сложно. Так, что у нас здесь. Я оттуда вылезу с этим вентилятором, хотя тут вроде пульт управления. Так, выключили. Отлично. Давай, лезь, лезь, лезь. Так, там тупик. Может, мы окажемся как раз там, где я...
проходил сверху. Хотя тут можем где угодно оказаться. Я так чувствую, здесь много таких пасхалок всяких разных. Так, высоковато мы, однако. Отлично. Упс. Ладно, это не страшно. В принципе, хилка у нас есть недалеко. Главное, чтобы падение броня не снялось. О, ту стену разобрал. Так, стой-ка здесь, пожалуйста. А? Я знаю вас, вы умирать любите очень сильно. А тут какая-то... подозрительное место, я понял. Блин, здесь есть фальшфейер или что-нибудь? Ничего не вижу. Воу-воу-воу-воу. Помогай давай, фантастик. С ними как-то странно себя ведут временами. Блин, раньше казалось, что зомби это опасные, это монстры, здесь вообще никак. Жаль, в первой части был по-другому. Так, по-моему, нам налево, а здесь наверняка будет закрыто. Кого-то еще слышу. Понятия не имею, что мы делаем. Расслабься и получай удовольствие. Так, там за дверью кто-то есть. Pardon me, doc. Блин, отойди, 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 давай, 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 давай. Так, кружечка, подносы, трупы. Ничего хорошего. I'll stick around out here while you go check things out. Don't get too lost, huh? Хорошо, как скажешь. Мы ходим кругами. Так, вот вы где. В второй части у этих зомби были гранаты. Жалко, что здесь их не добавили. Потому что я не знал, что их можно хватать. Зомбарей нельзя хватать. Холодильник. Мы что, до холодильника уже дошли? Я помню уровень холодильника, первая часть. Серьезно? Понял. Так, чувак. Well, it can't get any worse than this. Стой здесь пока. Я проверю. Да, здесь дверь закрыта. Походу мы холодильник обойдем и выйдем вот как раз с этой стороны, и тогда мы ему дверь откроем. А он нужен будет, чтобы нам там где-то дверь открыть, наверное. Не знаю. Чат, ты что спишь, не комментируешь, чат? Я вас спасу! Что у вас тут происходит? Понял. Мелкий живой. Ау. Прыгай! Я знаю, тут побольше противники есть. Только где? Half-Life Алексей. Так, эта дверь не открывается. Ух ты, а там что-то есть. Ну, туда мы сможем попасть. Как всегда, на изи. Так, где наши друзья?
protected in here? Я думала, здесь безопасно. Где же можно укрыться от этих гадостей? Со мной. Просто идите за мной, окей? Пойдемте. Она не хочет идти? Вообще не хочет со мной разговаривать. Так, ладно. Тогда не будем показывать парня нашего. Ты. Зараза. Давай, вторая попытка. Даю вторую попытку. До свидания. Так, там вентиль. Стопудово, не просто так. Я понял. Мне нужен автомат. Здесь мы, если что, потом спустимся, осмотрим это все место. Оно не полно в моем холодильнике. Я думаю, мы идем как раз туда, где видели эти ништяки. Упс. Проблема. Не, здесь так просто не пройдем, ну ладно, спускаемся. Ты какой страшный. Так, вентиль нужен туда. Где мы его видели? Где-то здесь был вентиль. Вот ты где. И с помощью этого мы пододвинем вот эту штукенцию с мясом. И таким образом пройдем по вентиляции дальше. Точно так же оно работало в первой части. Так, только не промахнуться, нужна четкость. Все, как-то так. Кривовато. Чуть вперед. Тютелька в тютельку. Так, ну тогда подниматься. Где-то здесь у нас резко открылась. Вот она. Осматривать тут, походу, снизу и нечего. Практически я везде там был. Я думаю, что там болтается. Крюки. Так, здесь могут быть гости, как обычно, в вентиляции. Хоть крабы. Не смей! Я тебя ждал. Я еще зомбаря слышу, правда, вряд ли он здесь. Если у меня постоянно будет вот столько брони, мы на изи игру пройдем. Хотя, вряд ли так будет. Здесь есть боссы. Да и все не так просто. Где это я? Не входить без разрешения. Опасно. Ограниченная зона. Номер 129B. Требуется пропуск. Какого-то человека конкретного. Так, и что я сделал? Так, вот это мне не нужна висячая. Что я сделал-то? То ли я газ впустил где-то, то ли что, не совсем понятно. А может что-то перекрыл, допустим. Мне нравится физика. Вряд ли в первой части, так как и во второй, на начальном движке, вот так можно было делать.
из зомби. Как минимум два. То и три. Ребята. Привет! Фримен! Откуда ты меня знаешь? Мать честная, ты меня сильно напугал. Не рассчитывай, что нас найдут и спасут, док. Я не рассчитываю. Нам надо самим выбираться на поверхность. Но все лифты сломаны. Мы все еще можем выкарабкаться. Так, я думаю, вы спасетесь только если пойдете со мной. Кстати, вы не одни. Там где-то за дверью есть еще такие же. Так что пойдемте. Так, ты со мной идешь? Я не пойму. Да, со мной, отлично. И мы открыли дверь с другой стороны, получается. Так, а мы же еще кого-то находили или нет? А где женщина, которую мы брали с собой? Я что-то забыл. А, ее съели же. Точно. Все, пойдемте. Теперь нас трое. Кучка-то растет. Не есть иди пить в этой зоне. Хорошо, хоть не в столовой. Это правило поведения в столовой. Не есть и не пить. Фига, он выскочил. Так, вы осторожней. Я не всегда могу прикрыть. По крайней мере, один, если что, может помочь стрелять. А вот это херово! Живые все? Вашу ж мать. Так, там, по-моему, закрыто. Значит, нам сюда. До свидания. Может, вы здесь постоите? Как думаешь, сколько человек из нашей команды погибло? Я не знаю, я, чуваки. Что-то не густо у меня патронов в револьвере, чтобы вот так вот стрелять и спасать их. Ну ладно. Так, мы сверху. В той же столовой. Какие-то вы странные ребята, может вас не брать? Кто из вас пел? Спой еще. Мне скучно. Так, мы можем туда пройти? Можем, можем, да. И ничего здесь нет. А на часах столько же времени, сколько было 10 минут назад. Я не могу перепрыгнуть через эту шахту, я не сдал нормативы по физкультуре. Я так понимаю, это значит, что я остаюсь в няньках. Походу. Так, короче говоря, я вам даю задачу. Ты присматриваешь вот за этим в белом халатике, за ученым, типа. Ты присматриваешь вон за тем гавриком. Он любит шутить, кстати. Может, вам пригодится. Ты присматриваешь за тем лысым возле лифта, понял? Приду, проверю. Чтоб все было выполнено. Чтоб все остались в живых. Ёшки-матрёшки. Ёшки-матрёшки. Была не была. Мы все здесь осмотрели? Не поминайте лихом, я погнал. Как было просто. Не останавливайся, пока не выберешься. И не вздумай забыть о нас, слышишь? Вот дерьмо. Наверху. Чё там наверху, я не вижу. Чувак! Чувак, держись! Только держись. Я не могу удержаться долго. Бля, как ему помочь-то? По-моему, я не успею. Я даже не знаю, как ему. А может быть и можем. Я сомневаюсь, что мы могли ему помочь, но чисто теоретически, как это в игре бы выполнено было бы. Я не могу подать руку, у меня в руках пушка.
Сори! С Новым годом! Ой. Тюх! Фига себе, нажал на Е, можно отклеиться с это от лестницы. Нам наверх? Там же ничего больше не было? Ну, вряд ли. Ладно, пойдемте. Не входить без разрешения. Я думаю, сейчас чрезвычайная ситуация, и ваши таблички не работают. Что там произошло? Я напугался. Аху! Так, подожди, мы спустились вниз, зачем? Здесь дверь не открывается. Там мы были. В лифт я залезть не могу. Так, ладно, пойдемте назад. Может, я что-то пропустил? Здесь дверь закрыта. О. Этот рабочий лифт еще и не падает. Так, может, его кто-то вызвал? Скоро узнаем. У нас противники. А мы не можем съездить за теми парнями там. В принципе, они справятся, я думаю, втроем-то. Тем более, здесь небезопаснее со мной. Чувак, ради бога, откройте защитную крышку шахты. Стой! Дебил! Сейчас проверим, я смогу пройти потом. Хотя да, по идее, я смогу. Так, окей, в шахту Д мы не попадаем. Ничего хорошего здесь нас не ждет, судя по всему. Комната охраны закрыта. Так, что там на камерах? Ловушки. Лазеры. Они что, успели лазеры поставить, эти военные? Тут дробовик, чат. Тут дробовик. Как туда попасть? Походу можно пройти с другой стороны. Полная эвакуация персонала из зоны складирования высокоопасных материалов. Окей. У нас 100% брони, 100% жизни. Это хорошо. А вот это плохо. Разминирование. Не работает. Походу придется. Я не закрывал. Хоть что-нибудь принести и кинуть. Хоть хоть краба. Вот банку краски. Походу я не могу быстрее ее взорвать. А, это не бомба, ё-моё, это лазер. Это лазеры, они активируют турели. Поэтому так оно не катит. Понял. Я уже испугался. Там что-то крутое. Хотя турели тоже такое себе. Ладно. Так, теперь не двигаться. Надо ждать, когда она успокоится, и можно спокойно пройти. Самое главное, не цеплять лазеры в будущем. И тогда меня ничего не убьет, вроде бы. Где она вообще? Где-то там стоит, вот там-то. И радиус обзора, судя по всему, чуть ли не 180 градусов, если не больше. Нифиговая такая турель.
военному персоналу атаковать Килалима, Индия, с применением всех сил. Это чье-то имя? Она что, вообще не успокоится, что ли? Ё-моё, походу нет. Мать, я испугался, думал, вратигонты. Тихо, успокойся. Блин, о, мне гранату дали. Отлично. Так, я надеюсь, отскочит нормально. Броня прилетела. Доставка. Бля, не работает. Первого кидаю. У-ху-ху. Можно было последний не кидать. Кажется, от ящика взорвалось. Так, закрыто. Окей, будем считать, что справились. У вас что, даже автомата не было? Дайте мне автомат. Только гранаты, и то 6 штук осталось. Ладно. Ау! Зараза. Мне жалко на вас тратить мои патроны револьвера. А пистолет бесполезен вообще против всего. Не-не-не-не-не, так не пойдет. Давай, прыгай. Давай, поймаем. Бля, не поймал. Поймал. Там, там еще где-то был? Или мне показалось? Так, и ч... Пам-пам. Я думал, не обернется. Че это было? Чем мы сюда залезли? Мы можем отсюда куда-нибудь залезть? Сомневаюсь. Если только туда наверх, но там все закрыто. Закрыто. Понял. Так, окей. Самое главное. А вот это уже бомбы. Можно разминировать, а? Нельзя разминировать. Так, это хаткрабы какие-то неправильные. Я же их мог хватать. Блин. Че, не попал? По-моему, это слишком опасно. Тихо-муха. Что-то взорвалось все. Работать уже не будет. Так, что-то на нее вообще не сработало. Ладно. Аху! Вот это прыжок, однако. Так, ладно, хорошо. Всю броню потратили. Больше нет. Подожди, там где-то оставалось броня. Я ее взял. Я ее взял, по-моему. Ах, сердце. Не открывается. Офигенно. Кирилл, что не так-то? Идеально все проходит. Теперь надо опять хилки искать. Так, еще вартигонты. Не, в принципе, пистолет... А, кстати, у него же второй режим стрельбы есть. Надо его испробовать. Так, мне нужна еда. Мне нужна еда. Арбузик. Ох. Классно.
жалко, съесть не дают. Так, ну на самом деле я стал больше тратить патронов, чем получать, поэтому продолжаем экономить. У меня уже у револьвера осталось-то, в принципе, меньше 10. Я, конечно, понимаю, что я сейчас где-нибудь найду. Я все нычки просто обыскиваю, какие можно найти. Ловушка, кажись. Так, две бочки, которые взрываются. Лазер. Лазер активирует турель. Ну, как бы это не сильно опасно. Две турели. Вот это уже опаснее. Подальше от себя их убрать. Так. Что мы имеем? Их там две? Ну, вроде две. В принципе, мне только стрельнуть по одной бочке, они все взорвутся, и мне норм. Главное, чтобы меня здесь не зацепило. Хотя я знаю, как бочки взрываются. Одна ко мне может вернуться, поэтому крайнюю берем. По-моему, все уничтожено. Изи. Отлично. Хотя, кстати, вот если бы я ее не доломал полностью, можно было взять ее и валить хотя бы от крабов или зомби. Или тех же вертигонтов. Муха, зачем я так сказал-то вовремя? Перезаряжайся быстрее! Твою мать, 15 жизней. Изи. Дайте хилку. Вот для чего там бочки нужны были и турели. Если б я просто перепрыгнул, то было бы, наверное, проще как-то. О, а у нас рабочая турель. Осталось. Пригодится. Даже две рабочие турели. Так. Одну мы поставим вот так, чтобы она меня не стреляла в спину. И, в принципе, это тоже, на всякий случай. Я не знаю, что это. Ты смотри, прикрыли. Так, давайте. Раз они мне помогают, вот так вот стой. Давайте как Нео, или нет, не Нео, как агент из какого-нибудь фильма про супергероев. Я уже задел, не получилось. Ай, ладно, в принципе оно бесполезно, потому что я уже турели активировал. Вроде бы. Так, внимание, мокрый пол, скользко. Держись подальше от лучей. Я знаю, чувак, спасибо. Так, благо это тот же самый момент, как в первой части, здесь можно было подскользнуться, мало того, что улететь, но походу здесь прикол еще в том, что если я зацеплю, мне кажется, эти парни не выживут. Желательно их спасти. Так, как мы это будем делать, это только непонятно. У нас есть ящик. Тихо, спокойно, не ломать. У нас есть ящик, у нас куча лазеров, надо как-то все перепрыгнуть, ничего не зацепить. Никого не убить. Бляха-муха. И тут вода. Спокойно. Ну ладно. Две, да? Там было их двое? Чат, их было двое или был один? Ну, посчитаю двое. По-моему, их там двое было. Шесть. Погиб. Люди всегда погибают, Кирилл, и тебе открою тайну. Чёрт, вот турель. Стой здесь. Воу-воу-воу, тихо. Так, туда падать нет смысла, короче, понятно. Ладно, это пригодится, не пригодится. Я тебя вижу. Третий раз уже, по-моему. Внимание, данная система оповещения теперь находится под управлением военного командования.
конечно, с военным сейчас воевать будем, а у меня жизни нет. Просто великолепно. У меня вопрос, турели будут реагировать на военных или нет? То есть, опасно ли я вот ее разместил? Или нормуль? Это странно, я никого не вижу. Так. Я всегда с собой беру... видеокамеру. Стой пока здесь, окей? Я там броню видел, мне она пригодится. И не только. Так, там закрыто, и там трупы. Ну, мы знаем в Half-Life, зачем военные на такой секретный объект пришли. Всех убить. О. Неустановленные турели. Обращаться с осторожностью. Куча патронов. Это они все с собой привезли? В общем, мне очень интересно, сейчас турели реагируют на военных? Или нет? Может, ее с собой взять? У нас единственная рабочая осталась. Чего бы нет? Ты как... Блин, сломал. Хотел сказать, это как кубик с сердечком в портале. Походу не работает. Интересно, она сломалась из-за того, что я ее в лестницу воткнул случайно, или просто она сломалась? О, наконец, я на свободе! Ясно. Видели? Зараза. Ты один? Вот дела сейчас пойдут. У меня есть винтовка. Да ты походу один был. Говняки. Просто все хотят убить, чтобы никто не узнал, чем здесь занимались. В этом комплексе, раз здесь произошла авария. Все как обычно. Оу, нет, я только не говорите, что мне наверх. Если это то самое место, я не хочу наверх, на самом деле там очень опасно. Так, у нас есть запасные патроны. Гранаты. Это похоже была пасхалочка, ну типа того. Да и ничего точнее. Так, окей. Надеюсь, автомат хороший, он меня спасет. Если что. В принципе, должен. Не стреляйте, мы с научной группой. Блин, стрельба здесь прикольнее. Ну, по крайней мере, с автомата. С пистолета говно, не нравится мне. С револьвера ничего так. И с автоматом прикольно. Отдача какая-никакая есть. Да и вообще стало интереснее. Ну типа страшнее, опаснее. Блин, где второй снизу? Тебя вижу, заразу. И по-хорошему вернуться бы вниз. Если можно, там были патроны. Потом уже... Пойти дальше. Так, 96 жизней и 6 брони. Ну, учитывая, что я знаю, сколько их тут будет. Их будет до хера. Этого всего мне будет явно мало. Вот если будет 200, либо куда лучше. Так, хорошо. Чтоб уже не возвращаться. Все, теперь уже едем нормально наверх. Фух. Я думаю, справимся.
тебя там нет бочки случайно взорвать тебе? Так, мертяк, окей. Кто еще? Так серьезно. Сложность пошла. Хотя пока что нормально. До момента, наверное, когда у меня патроны закончатся в автомате. Потому что придется переходить на пистолеты, которые, мягко говоря, не очень. Ну, кроме револьвера. Но сколько мне хватит? Вот 15 патронов всего. Андрюха, привет. Ты посмотри, они... Все двери, по-моему, заблокировали. Мы их не можем ни закрыть, ни открыть, короче. Здесь сюда ученого уже добрались. И... Security materials storage facility. Ух, так вниз лучше не падать. И вообще лучше здесь не взрываться и не воевать. Подожди. Подарочек на Новый год. Я надеюсь, сработает. А, чтобы сработало, нужно поджечь. Близко. Что-то вторую не зацепила или зацепила. Ты живая? Нет, ты не живая. Так, ну на тебя патроны тратить не надо. Так, отлично, брони много, патронов много. Мы в полной боевой готовности. И отсюда надо как-то выбираться. Блин, можно было бы их взять с собой? Разминировать и взять? Так, подожди, это явно не откроется. Тут все перегоревшее. Чисто. Кажись, чисто. Угу, хорошо. Так, залезть я наверх, походу, не могу. Нам, видимо, сюда. Давай, 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 давай. Топим. Понял. Ау! Живой еще, что ли? Я за ними угнаться не мог. Отлично. Еще патроны. Так, ну в принципе патронов дают много, так что можем спокойно расходовать. Так, а у меня гранат 8. Тоже можно пользовать и не забывать про них. Саундтрека не хватает. И что захотел? Блин, там турель. Где она? А, она снизу. Снизу это не страшно. Снизу это мы сейчас починим. Так, одна турель ликвидирована. Вторая нет. Блин, где там бочка? Ну, теперь точно. Ну, не страшно. Подумаешь, постреляла. Так, что у нас здесь имеется? Это тот проход, который мы как раз и хотели пройти снизу, или это другое что-то?
Пойдемте здесь. Не пойдем здесь. Хорошая ловушка, попытка. Просто гениальная. Так. Который или нет, все нормально. Ты что, включилось-то? Я не ожидал, я бы так гранату кинул. Так, это была седьмая смерть. Ладно, в принципе, сейчас второй раз у меня не так не прокатит. Это первый... Бляха, мух, что так далеко-то? Первая серьезная смерть на сегодня. Значит, так будем, да? Значит, так. Их тут три. Походу готов. Ты живой там или нет? Наверное, не живой. Так, если я пройду... Подожди, а что сейчас там дверь открыта? Там же дверь не была открыта. Бляха-муха. С одной стороны мешается, с другой стороны... Так, ну ты меня стрелять не будешь, так в принципе. Не, ну нафиг, я тут не буду экспериментировать так тупо. Так, самое главное, чтобы меня не зацепило. Ау! Говно! Ай! Ладно, я понял. Ложанул. Так, тут где-то патроны были. Или не здесь. Патроны нужны. Тут можно срезать. Если зацепиться и потом залететь, допустим, на ящик, мы можем срезать. Хотя проще всего было вот сюда, с краю. Не получится, слишком далеко, мне кажется. Плевать на все. Так, патроны есть, я надеюсь, не зря их потратил. Тут же были патроны где-то. Где-то явно были. Походу не здесь. Ну ладно. Подожди, может здесь? Нет, не дают мне патроны, походу. Так, самая главная проблема снизу. С этими турелями, чертовыми. Было же куча брони. Хорошо его разорвало с моей гранаты. Ты как включилась? Там что, периодически тревога включается? И типа турели включаются автоматически? Это как херово получилось. Не по плану. Так, и там дальняя у нас одна осталась. Бесящая, которая меня убила. Блин, там дверь закрылась. Так вот от чего она закрывается. Ладно. Тогда открываем дверь. Просто закидываем гранатами. Что-то не получилось.
Ай! Блин, жизнь-то заканчивается. Кажись, мы отсюда не выберемся. Так, надо как-то дверь закрыть. По-моему, гранатой тоже закрывается. Сверху хотя бы хилка еще есть, я не знаю, сколько там процентов меня восполнит. Хотя бы 30. Поможет ли это? Так, можем вообще сюда пойти попробовать. Там же просто мины. Блин, надо сразу туда идти. Это хардец пошел. Так. Я не разминировал? Так, нет, разминировал, нормально. Давай, 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 беги. А как эта турель упала? Только что, что ли, от гранаты? Классно. Двух сторон ловушка. Не зацепит же макушку? Take me with you. Да куда вы? Придурки! У меня мало жизни, их так много, их много там. Долго. Где вылазь? Я знаю, тут еще есть. Да, не только снизу, наверняка. Понял. Спасибо, что ты кричал так громко. Блин, дайте хилку. Хорошо. Револьвер, знаешь, хорошая штука. Запомни. На самом деле с револьвера можно или плохо так пройтись. Если попадать, конечно. Нормально. От меткости будет зависеть жизнь. Больше никого не вижу. Что за паркур? Скажите, чат, что я делаю? Ты не угадал, восьмая смерть не будет. Блин, ну дайте хилку. Я же прошу просто обычную. Хотя бы броню. Броня тоже хорошо. Так, дверь закрыта. Патроны дают. Нормуль. Блин, ну... Что мне тратить? Что мне ценнее? Патроны... Патроны к автомату. Так, их трое. Откуда их трое? Блин, они слишком метки. Ух, полегчало. Так, хоть как-то проще стало жить. Что, конечно, хорошо. В лайфе мне постепенно будут давать хорошие пушки. В принципе, начало... Дверь, прекрати. Начало уже положено. Сейчас. Съесть меня захотело.
Ведь я чуть не попался. Еее, 100%. 100% вот это вот хорошо. Я думаю, мы уже прошли самое сложное, так что осталось изи. Ага, мы вот снизу как раз проходили. Получается. Ну, здесь не страшно. Если, конечно, мне назад не нужно будет убегать в панике, тогда могу напороться. Фига себе, грузчик. Ящики передвигает. Сразу. Бля. Куда жизни улетают? Как так? Шесть патронов, класс. Еще и гранаты. Так, дальше перейдем на автомат как-нибудь, я не знаю. Зачем я спрыгнул? Ау! Дайте мне дробовик! Кто-нибудь дробовик дайте. Блин, может мы прошли? В комнате там был дробовик. То место как-нибудь мимо. Дверь пропустил, может. Хотя вроде все осматривал, не мог дверь пропустить. Вот теперь 8. Так, сейчас как-то будем получше стрелять. Патроны закончились? В смысле? Подожди, где патроны? Фига себе, у меня у револьвера патроны закончились, как? Говно, а не автомат ваш. Какой-то странный чувак шел вообще, даже это... Как будто и не слышал, что здесь перестрелка. О, тут несколько режимов. Что-то непонятно, что за режим. Они одинаковые. Я застрял в ящике. Мамочки, я думал, у меня урон нос. Скажи, чат. Ты ничего не видишь? У него дробовик. Мы его убьем, дробовик заберем. Я даже гранату не пожалею для такого. А, работает. Оно работает. 9-я пошла. Как так? Надо было посчитать. Как-то. О, смотри, патроны на револьвер нашел. А ты до этого не находил. О, камон. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Да умри ты! Жизни меня отнял. Так, это же не ты гранату кидал, не ты. Свидание.
Один патрон, хватит. Ты как живой там вообще был? После гранаты. К черту, все, я сразу беру дробовик. Мы, в принципе, можем сюда в лифт сесть и все, и дальше пойти. Но не, у меня тут аптечки и все такое. Патронов, конечно, немного. Но я думаю, это уже будет получше. Я надеюсь, что этот дробовик пробивает их броню, потому что автомат ни хрена не пробивает. Револьвер еще хоть как-то справляется издалека, если в голову попасть. Если нет, то с двух выстрелов. Но автомат... Я не знаю, можно только как-то высовываться из-за укрытий туда-сюда. Но это не очень-то спасает. Так, там ничего нет. Нафиг оно нам надо. Походу я вернулся назад. В принципе, мы все прошли здесь. Че, никакой нычки? Никаких хилок? Ничего? Ну, капец. Подожди. Там мы снизу были. То есть, если бы я попробовал как-то залезть наверх с помощью вот этих штук, и у меня бы получилось, мы бы там нехило срезали. Я думаю, можно было. Да даже если бы... Хилочка, спасибо. Даже если бы мы как-то с помощью бочек залезли, я думаю, можно. Ладно, впереди только еще больше боли, наверное. И я так понимаю, этот лифт уже на самую поверхность ведет. Выбрались. Меня зовут как раз. Чат, это отличный момент, чтобы закончить серию. Вот такие дела. Итак, я думаю, мы поиграли все равно на 40 минут больше, чем я планировал, поэтому это нормально. Спасибо всем, кто приходил. Я надеюсь, вам понравилось хоть немножечко. Half-Life явно устарел, но тем не менее пройти его еще раз в обновленной графике, ну, Black Mesa все-таки, как-никак, это в любом случае круто. Тем более, что я первую часть плохо помню. И здесь увидеть хотя бы мир Zen, который делался чуть ли не 2 года, мне кажется, очень хочется, поэтому... Я думаю, мы пройдем в ближайшие дни эту игру, тем более, что пока что никаких сложностей не возникает. Искусственный интеллект, он такой себе, конечно. В принципе, он в первой части был такой, по-моему. Поэтому, в принципе, перенесли все качественно. Ну и добавок добавили очень много деталей и всего такого, что можно было бы пощупать и по возможности поизучать. Я думаю, завтра... Мы начнем трансляцию с 8 по МСК, то есть будем играть в Rim World, а потом мы перейдем к Half-Life, ой, Half-Life, говорю, к Portal второму. Мой друг Маркилик сделал 3 карты, как он написал, вроде как хардкорные, надо посмотреть. Ну, тем более прикольно карты подписчиков смотреть, я думаю. Надеюсь, как бы не облажаемся и пройдем спокойненько. Я давно в Portal не играл, поэтому... Может быть, буду тупить, но я думаю... Нет, головоломки, это же мое. Так что проблем никаких не должно возникнуть. Вот. А дальше там посмотрим, как оно пойдет. То есть завтра расписание у нас такое большое. Но, тем не менее, перерывы будут на поесть. Или, как говорится, на пожрать. Так что, если что, приходите. Без всяких оповещений. Будет как обычно. И такое расписание, наверное, будет в ближайшие дни. Ну, по крайней мере, по стримам, по играм, я не знаю, что будет. Ну, на этом все. Спасибо всем, кто приходил. Еще раз всех с Новым годом. Хорошего вам настроения и, надеюсь, все ваши мечты в этом году сбудутся. А может, уже у кого-то уже сбылись.
что увидимся завтра. Всем пока-пока.